какие там ногти, когти. Ритуальный танец. Она ничего не делает зубами. Все время вниз смотрит. Нет, ну вот как чуть-чуть погрызывает, там крутит лапками его с разных сторон. Зачем при этом шуметь, непонятно. На задних ногах-то какие? Ого! Ого-го! Давай уже, грызи! Вот, может, это и есть белка песенки поет. Да, орешки все. Потому что у нее при... Как это сказать? Предвкушение ореха такая начинается песня. Ну, хвост хорош. Не у всех такой. У этой прям... Или она его распушает, а что не у всех такое. И сидеть-то так неудобно, бедная. Ты чё? Что бы это значит? В тот раз в этот момент вторая тоже белка вот что-то тут суетилась. Может, это какой-то способ показать вот всем, какая я. Добытчица. Больше же никто с ней не ругается. Никто, да. И вторая ушла по-тихому, она так не делала. Тоже с орехом ушла. А может, она нас как угрозу, это, смотри. Думаешь, она воспринимает нас как угрозу? Я не знаю. Совсем на ушках нет кисточек. Надо же. У наших кисточки надо. А может, она действительно там пытается что-то зубами сделать? Мы же не знаем. Потому что звук такой, да.
все время однообразный, смотри, сначала скрипит-скрипит, потом как бы воздух набирает, что ли, или что. Вот скрипит, 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 потом придыхает. Мышц полно, да, вот на загривке тоже. Усы такие длинные. Ноги, ноги, смотри, очкарочка. Тебе видно ноги? Ох, как мы далеко. Никак не закончится. Пожрать, чтобы такая нужна фигня. Не пошла на ту белочку, на эту веточку, пошла что-то вниз почему-то. Нет, она все время носом так вот делает. Не знаю. Орех ли так скрипит, или она? Вот лапками взялась. Вот такой пошел звук такой. Ты. Может, уже поддается. Десять минут я снимаю, да. Ага. Все, хватит снимать. Посмотрим, что будет дальше.